жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снегом метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино за помин души. Жди и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не боясь ли ждущим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.
Герасимов. Где разыгрывать. Гора. Интересная передача. Еще не точно оказалось. На этом у нас матч заканчивается. Мечтатели с МТ 6-8. Спасибо всем за внимание. До свидания, удачи. Интервью нам дает Сергей Симонов, автор хэт-трика в сегодняшнем матче. Сергей, поделись впечатлением, как было? Тяжело, легко сегодня? Была тяжелая игра. Соперник очень сложный. Сразу видно, что очень хорошо сыграны, но мы дали им бой. Немножко не хотел. Кого-то в своей команде вы еще выделите? Я могу только похвалить свою команду. Играли, бились постоянно. То есть все хорошо сыграли? Да. Ну, поздравляем вас с хэт-триком, первым хэт-триком в нынешнем сезоне. Удачи в дальнейших играх. Спасибо. Не больше сейчас резко. Дис уходит 1-1. О, прикинуть. Где приходит? Не удается. Дис успел же не разбериха. Хороший пас. Удар! Мяч в ворота. Хэт-трик обладает Сергей Симонов. Не забивал, не забивал столько матчей. Сегодня забил 3. Сейчас у нас уже 6-8. Союзники по-прежнему лидируют. Давайте остается минута. Последняя минута уже идет. Здесь финт Егора. И передача. Ответная. Удар. Мяч в ворота. Сергей Кенёв снова сбивает. И входит он. Матч без забитого гола. Лучше бомбардир прошлого сезона. Вот Колтышев. Неудачно подбрасывает мяч. Лесата Захар с выхода 1-1. Вот Колтышев блокирует. Сергей Симонов напрягает. И забивает второй мяч. Делает дубль. Ошибается голкипер команды Союз МТ. Второй мяч в сезоне Сергея Симонова. Начинаем потерять пас. Пятка. Мяч на дальнюю. И пустые ворота забивает наконец-то. Сергей Симонов. Первый мяч в сезоне. Команда мечтателей. Его счет 3-6. Начинает атаку Мишеля. Союз в отборе здесь вот. Егор, удар и мяч в ворота. Дубль оправляет Егор Колтышев. Сравнивает счет 2-2. На 13-й минуте встречи. Пытался делать передачу, не получилось. Сергей Колтышев, атака 2-1. Удар! И мяч в ворота! Вот Колтышев забивает. На счет 1-0. Everybody put your hands in the air. Everybody put your hands in the air. Please, everybody, put your hands in the air. Okay, we'll switch them on. Let's go.
слова капитана. Игорь. Тебя снимают в Лубни? Чех. Трофик белый. Вот он! Это Симон! Сергис. И Мифа. И Макс Яшкин, лучший игрок в Перми. Бэслайк, далеко не уходи. When free first happened in my life that my youth basically ended because you experienced the first really heavy adult thing. А что я снимаю, это они не выходят?